Всем привет! Вы попали на мой канал. Сейчас будет распаковочка бумажных сюрпризов. Но если вам понравится это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И да, я болею, поэтому у меня такой голос. Так что не обращайте внимания, да. И, кстати, у нас сегодня есть еще одна новиночка. Она уже здесь. Сейчас я вам ее покажу. Вот эта новиночка. Это коллекция стаканчики. Смотрите, какие здесь есть пакетики. Такой, как из Brawl Stars. Типа вот сейчас выпадет. AliExpress стаканы. Губка Боб со стаканчиком. Да. Есть еще вот такой вот стаканчик. АМ стакан. Есть стакан. Вот здесь виноградный сок. Также есть рентген. Типа здесь в сумочке два стаканчика. Увеличенный режим. Так что вот. И самолетики. Да. Есть еще вот такое сердечко, стаканчики. И вот такие две девочки. Вот их ручки. Вот, держат стаканчики. Вот. И сейчас мы будем выбирать. Итак, выбираем. Коллекция. Я опять забыла, что это за коллекция, потому что на ней же не написано. Да, это угадай мультик по эмодзи. Вот сейчас выберем, какие здесь есть пакетики. Итак, я думаю, можно взять Джузи. Такая Джузи. Читаю, положим. Так, дальше. Билли Айлиш. Здесь осталось два пакетика, поэтому выбираем вот этот. В следующем видео мы уже закончим эту коллекцию. Так, дальше. Давайте вот отсюда. Так. Это магазин Milky Way. Сейчас. Как выберем? Тут, конечно, не очень пакетики. Ой. Но мне как-то уже без разницы. Давайте выберем вот этот. Типа за одну секунду до. Она типа сейчас вытащит эту коробку и уйдет. Вторая коробка, да. Выбрали. Так, теперь идейки для каталога. В следующем видео тоже закончим эту коллекцию. Давайте возьмем вот эту. Я возьму идейку, да? Вот. И также маски от коронавируса. Да, я снимаю на кровати, поэтому здесь можно видеть одеяло. Супер. Давайте выберем вот, вот эту. Нет. Давайте выберем вот эту. Вот, ой, вот эту. Вот этот пакетик, типа... Коронавирус тоже в масках ходит, да? Вот. От людей. Так, дальше. Новинка из прошлого видео. Дорого-дешево. Я уже даже не знаю, что выбрать из этих пакетиков. Потому что они все такие вроде красивые. Все такое. Я не знаю, что выбрать. Так, давайте выберем iPhone. Вот этот вот. Это тут, короче, в этой коллекции два пакетика с перфорацией, остальные с засечкой. Вот. Итак, дальше. Панамочка. Давайте выберем вот эту панамочку тут с смайликами. И дальше наша новиночка. Думаю, выбрать можно вот, вот это сердечко. Он такой выпуклый, да? Вот еще выбрали. И теперь сейчас перейдем открывать. Мы достали наш старый каталог, и посмотрите, сколько у нас пакетиков на открывачку. Открывачку, да. Вот, и сейчас открываем. Открываем коллекцию. Сейчас идейки для каталога. Сделаю вот так вот. Остается два каталога, и сейчас наши пакетики. Так, где они? Где они? А, вот. Вот этот мини-пакетик. Сейчас так по-быстрому открою. Да. Можно вот так уже распаковать. Посмотрите, какой каталог. Сейчас. Вот. Это каталог с огоньком. Вот такой вот красивый каталог. Мне он нравится. Как ни странно. Под номером 11. Вот сюда. Сейчас приклеим. Главное отклеивать хорошо, чтобы не порвалось ничего. Ненавижу такие наклеечки. Их сложно открывать. Но все равно мы справились. Так. Приклеиваем. Вот так. Приклеили, и теперь переходим дальше. Перелистываем. Ой, у меня смешались все пакетики. Так, маски от коронавируса. Вот этот пакетик. Блин, у меня кашель. Надо, короче, открывать перфорацию. Вау, отлично открылось. Вот такая масочка нам попалась.
Такая она заштрихованная, серая. Здесь у нас коронавирус. И она под номером 4. То есть мы ее будем сейчас клеить вот здесь. Потому что она не влезла. Даже вот так перевернем. Здесь хорошо открылось. И приклеиваем вот так. Вроде хорошо приклеилась, и теперь перейдем на следующую коллекцию. Одну из последних в нашем старом каталоге. Итак, сейчас найдем ее. Вот она. И откроем. Здесь у нас должна быть засечка. Я ее уже нашла. И это шортики. Посмотрите, какие шортики нам сегодня попались. Такие голубенькие. Есть такая планетка, да. И сердечко. Сердечко, да. Это у нас под номером 9. Вот сюда. Приклеим сейчас. Главное отклеить. Сейчас я отклею и вернусь. Наконец-то я нашла, как это отклеить. И приклеим. Вот так. Еще немножко и закончим и эту тоже коллекцию. Итак, закрываем наш каталог. Но сначала давайте выберем на него закладку. Вот. 4 закладки. Вот такие вот. Вот. С ёжиком, котиком. Вот таким вот. Как его? Неважно. И вот такой еще. Сейчас мы, короче... Нет, это енот, точно. Вот, давайте выберем вот эту. С совёнком? Да. Вот. А остальные отложим в сторону. Вот. И теперь убираем. И берем наш новый каталог. Вот он. И открываем одну из первых коллекций в этом каталоге. Это Билли Айлиш. В прошлом видео мы закончили вот эту страничку. И, кстати, я приклеила вот сюда такую наклеечку. И сейчас будем открывать следующий пакетик. Вот этот пакетик. И сейчас откроем. Кстати, смотрите. Одинаковые. Ну, как сказать одинаковые. Немножко отличается. Тут засечка. Еще бы найти ее. Она, по-моему, была здесь. Да, она здесь была, но она приклеилась. Поэтому как-нибудь откроем уже. Блин. Это ужасно. Мне самой интересно, что там, потому что я уже не помню. О, посмотрите, какая это Билли. Вот такая Билли нам сегодня попалась. Она плачет. Плачет, 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 плачет. Да, сейчас мы ее отклеим. И приклеим на свое достойное место. Отклеили. И давайте ее приклеим вот сюда. Ой. Хорошо приклеилась. И переходим дальше. Панамка коллекция. И тут тоже у меня есть котик. Такой. Итак, берем наш пакетик. И по-быстрому отклеиваем. У меня уже зарядка садится, так что нужно как-то побыстрее. Хорошо открылась. И нам попалась вот такая вот панамочка. Она более летняя. Тут такое типа море и морские звездочки. Итак, отклеиваем. И приклеиваем вот так. Вот сюда решила приклеить. И осталось еще чуть-чуть. И мы закончим эту коллекцию. В прошлом видео нам вот эта панамочка попалась. Итак, переходим на коллекцию дорого-дешево. Здесь у меня такой, не знаю, кругляшок. Итак, берем пакетик и, наконец-то, открываем. И смотрим, что там. Дорого или дешево? Отлично, конечно, открылось, да. Угу, конечно. Почему оно плохо так открывается? Ненавижу, когда так открывается. Вот так уже открыли и смотрим. Сегодня нам попались вот такие конфетки.
Они у нас под номером 12. И да, это у нас новые наклеечки. Уже это, короче, в этой коллекции последний день. Точнее, последняя коллекция, которая наполовину с самоклейкой. Дальше пошло новое, короче. Так, это 12, и это дешевая. Сейчас это жвачки, по-моему. Отклеим. Так, чтобы еще отклеилось. Давай, давай. Она же хорошо отклеилась. Есть. Я нашла, где открывать. Вот. И приклеим. Давайте вот так. Хорошо приклеилась. И теперь открываем следующую коллекцию. Это угадай мультфильм по эмодзи. В прошлом видео нам попалось вот это. И это была Мерида. Надеюсь, вы угадали. И сейчас посмотрим, что у нас сейчас. Вот. Вот этот пакетик. И сейчас открываем нашу перфорацию. Тут довольно большая перфорация. Вот и все, мы пробили лицо. Так, это одно из легких. Вот что нам попалось. И это у нас под номером 2. Сейчас клеим. И приклеим. В этой коллекции тоже у нас присутствует самоклейка. Надеюсь, вы уже угадали, что это за мультик. Это очень легко. Уже, наверное, все отгадали, что это за мультик. А мы переходим к нашей новиночке. Да, я уже спалила вторую новиночку, которая будет. Ну, ничего страшного. Так. Вот. Стаканчики. Украсила я вот так странички. Ой. Здесь у нас также будут две легендарки. Сейчас откроем. Мне уже интересно. Итак. Нам попался вот такой стаканчик новогодний. У нас тут рассчитано по темам. Ночная тема, розовая тема, саммер тема, то есть летняя, и новогодняя тема. И это у нас не легендарка, потому что это под номером 8. И мы сейчас приклеим на свое место. Если бы оно еще отклеивалось круто, но, по крайней мере, по моим проверкам, оно хорошо отклеивается. А когда уже начинаешь снимать видео, все в говно превращается. Так. Ну за что? Так. И прошло много лет, и я сейчас. Вот, я нашла уже, как открывать. Конечно, я только выключила видео и сразу нашла. Короче, ну, как открывать. Зря, короче, выключала видео, но ничего. Сейчас мы отклеим полностью. Ой, блин! Нет. Только вот не вот это. Вот это еще хуже, чем когда оно не отклеивается. Я сейчас опять. Вот, наконец-то я сняла. Такого еще не было, чтобы вот так отклеивалось. Это ужасно. Ну, конечно, не до конца снялось, но ничего страшного. И сейчас мы приклеим как-нибудь. Как-нибудь вот так. Все, приклеили. Вот так выглядит. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если понравилось, то ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Мне будет прям очень приятно. Надеюсь, вам понравилась эта новая наклеечка. Вы уже, наверное, поняли, из чего я делаю эти наклеечки. Вот, по крайней мере, когда я проверяла их, то они отклеивались прекрасно. Но почему-то сейчас они отклеились не очень. Наверное, потому что я сгинала их в пакетике, но ничего страшного. Это мне не совсем так помешало. Всем пока!